И всем привет-привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик, Дима. Всем привет. И Настя. И Настенька. Привет, Настя. Привет. Мы сегодня будем супер соревнование мальчишки против девчонок делать. Два пацана против одной маленькой девочки. Девочка Чего будет... сразу маленькой? Соревнование идет вот такое, короче. Мы выбираем себе место и будем там строить дом, развиваться. И кто сильнее всех разовьется, тот и победил. Дима будет строить вот здесь, вот в этом районе. Да, это мое место. Настенька будет здесь, в этом острове. А мне выгнали вот в лужу. Я буду вот здесь на воде все делать. Придется мучиться. Ну, что поделать, жизнь такая. Ну что, ребят, готовы? Готов. Не забывайте, что у нас бонусный сундук. Настя, стой, не беги. Ты заберешь все. Нет. Я сейчас поделю на всех. Чур, яблочко мое. Так, хлеб, яблоки. А тут где? Инструменты ты забрала. Отдай инструмент. Нет, у меня нету. Не ври. Забираем факела. Хватит меня. Так, доски. Яблочки кто хотел? На, держи яблочки. Одно. Не, два. А мне одно. И тебе. Я себе даже меньше оставил, но я себе чуть больше досок взял. Офигенно. Ну все, поехали, развиваемся. Ну все, начинаем строить. Не трогай мой факел. Развиваемся. Что ты сказала? Развиваемся. Развиваемся. Сживала слова, блин. Хватит. Хватит. Мы тебя будем подкалывать до конца смерти. До конца жизни. До конца смерти. Прикольно. Когда ты собиралась подыхать. Ты даже не знаешь, как меня зовут, наверное. Забыла уже. Не твое дело. Кого хочу, того и помню. Я же говорю, забыл. Тебя Настя зовут. А, вспомнил. Настя Пупкина. У нее такая странная фамилия, честно говоря. Я долго привыкал. У меня не такая фамилия. Ты Пупкина. Ошибаешься. Нет. Скажите, дорогие друзья, она Пупкина же. Мальчик, ты ошибаешься. Давай, девочка, шевели попкой. Она Пупкина. Пупкина. Настя Пупкина. Нет. Издеваться. Настюшка, шприц, в ушко. Как мне понравилось это высказывание. Шутки за 300. Я думала, ты забыл это уже. Я никогда не забуду. Я не знаю, кто это придумал, но он молодец. Отпишись в комментариях, кто придумал. Настюшка, шприц, в ушко. Почему в ушко? Не знаю. Ох. Кто это там заработал достижение? Охренел, что ли? Я достижение заработал, а чё? Таджик! Фу! Отравитель ёжиков. Да, конечно. Я всегда всех отравляю. Не может быть. Плохой мальчик. Не всегда всех, а именно меня. Взял и отравил. Ничего подобного. Вы плохие мальчики. Мы хорошие. Чё она там бубнит себе под нос? Она, походу, выёживается. Выёживалка. Молчи, ты меня бесишь. Молчи, ты меня бесишь. Молчать, малолетка. Ей уже 30. У нас старушенцы, разваливается, песок аж сыпется. У неё уже морщинки. Так, крафчу основные вещи пока. У меня будет свой блэкджек с этими, со всеми. Я буду портить деревья Насти. Не надо! Это мой остров. Уйди от него. Даже не притрагивайся к нему. Я буду топтать ее траву. Траву можно. Возможно. Я копать буду, там лаву растекать. Все, ее нету. Кого нету? Водой залью. На худой конец. Попробуй. Так, нам еда нужна, ребятки. Угу. Ребятки. Боевые курочки. Курочки, слышишь? А ну тихо, ушко. Ушко, Настюшка. Чё это все? Она копает, тут копает.
Чего-то интересного. Где сундук, где деньги? Ограбим-ка её немножко. Эй-эй! Я тебя сейчас это... укушу. Укусилка не вы... Пойдём-ка Диму посмотрим, чего у него тут ценного. У меня тут ничего ценного нету, так что убирай его остров. Так, чё бы у него... Это не твой же остров, вон тот кусок твой. Ладно, я возьму... Мне нужно землю где-нибудь покопать, вы задолбали. Все забронировали, негде даже землю покопать. Я вообще скоро стену буду тут строить. Стену. Всем наплевать, всем насрать, поверь. Чувак, что ты там... Чё ты там выражаешься? Мне не насрать. Я что должен стену... Я же должен знать, какую стену мне грифелить. Недалеко они насрать. Не надо на Диму наезжать, Дима хороший человек. Да, так что молчать. Великий. Дима великий, да. Это Дмитрий Медведев, между прочим. Бывший президент. Да мне хочется. Ой, блин, если бы это был Дмитрий Медведев, сказала бы, да мне хватит, да мне хватит. В Колыму бы поехала сразу. О, темнеет, ребятки. Вообще, сейчас будет жестко. А у меня ни хрена нету. У меня тоже ни хрена ничего нет. Давай Диму обворуем, или как его зовут? Я тебя сейчас обворую. Вот видите, какое соревнование между мальчиками и девочками происходит. Вообще жесть. Скоро будут... Все друг на друга. Да драк-то идет скоро. Пока я тут собираю. Естественно. Так. Надо погриферить Настю чуть-чуть. Not. Not is not. 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 Скажи нет по-русски. Что за not? Меч готов. Not. Not. Hot dog. Турбо-ёжик. Так, тихо. Я знаю, что я турбо-ёжик. Нет, мне нужно сейчас создать остров. Почему они все уже на готовых островах, а мне как не знаю кому приходится все создавать? Я чё, блин, лысый потому, что ли? Это ты. Это же у ты. Них преимущество, дорогие друзья, не засчитывайте им победу. Кстати, победителей будут определять подписчики по комментариям, так что готовьтесь в конце видео оценить всех. Да, например, я буду. Мечтай. Дима будет сам за себя писать, потому что у него это... Он самый активный подписчик. Один из самых активных. Вот-вот, видишь? Ну, Настюшка тоже активная. Слушай, что-то мне все время яблочки попадают из деревьев. Круто. А я у тебя буду их гриферить, если тебе это круто. И я тоже буду гриферить. Да нифига подобного. Слышь, я у тебя деревце возьму. А то да ты что-то захавал. Ты себе захавал да много. Да смотри, сколько тут листьев. А мне нужен дом. Уже драки. Сажаю уже давай другой какой-нибудь. Мне нужен дом, так что мне нужно дерево много. Так что... Тут в Майнкрафте, блин, 33 миллиона ходов тут, так что... На моем острове нету деревьев. Хватит на всех, блин. Копай на другом острове, в чем проблема? Да, я сейчас... Так, нужно вот здесь немножко... Я залил свой дом водой! Поздравляю. Охренеть. Ты чё тут развиваешься, а? Так что вали с моей территории. Не твоя моя, молчи, понял? Твой вообще вон где остров, так что вали отсюда. Ща до драк дойдёт. Слышь, таджик, ты чё тут у меня, а? Я тебе ещё рот-то закрою. Смотрите, какая агрессивная Настя. Не умничай. Вывел меня. Надо ей срочно шприц. Ушко. Успокой. Она бешеной стала какой-то. А там мобы заспавнились уже? Нет. О, я железка нашел. По крайней мере, я не вижу. А-а-а! Пещера! Мать ее! Тут будут злые мобы, которые будут меня дудукать. Вижу. Паук летает. Паук, я вижу паука. А-а-а! Это Петрович уже. Сам ты... Это Фрост так говорит. У нас паук будет Васильевич. У нас паук. О, грибочки я нашел. Бухать можно. Что-то мне тут скучно. Я постоянно. Еще крипера нашел. Которого, кстати, замочил. Вот еще и дождик. Меня убили! А кто-то уже домик строить начал, охренеть. Да вообще. Сейчас загриферю Настю чем-нибудь. Чем меня гриферить? Она тут посадила всяких хинтифлюшек. Дождик пошел, по-моему, да?
Ты только сейчас заметила? Да, я в шахте, если что. В меня чё? Скелетыч стреляет. Он как-то пулеметами стреляет, я охреневаю. Как он так успевает? Ты сдохни, скотина. Веселое выживание. Ни хрена себе веселый меня тут убивает на каждом шагу. Мне ни хрена не весело. Мне страшно. И боязненно. Скелета надо убить. А уголь можно добывать, да? Да, все можно. Спасибо. Все, я убил. Мне факела нужно срочно. У меня есть. Заткнись. Хи-хи-хи. Вообще офигело, перебивает. Перебивалка. Кто там мучит? Наверное, Дима там корову доить начал. Это я яблоко хабую. Ни хрена себе, ты мучишь, когда хабуешь, чувак. Прикольно, чё. Мобильные аппараты. Так, железка добуду. Блин, не вовремя дождик пошел. Давай сделаем обмен. Ты мне железо, я тебе уголь. Не, у меня и уголь есть. Что нафиг мне твой уголь? Вот здесь у нас уголек. Да. Так. Ну я первый умер в игре. Я молодец. Да. Это все из-за ушки. Ой, я тоже железо нашла. Не кобянись. Чего? Чё она там матерится? Всё, железо есть. Пи-пи-пи. Железо тебе не нужно. Нужно. Для алмазов. Для каких алмазов тебе? Тебе до алмазов, когда Китая попой. О, я под тобой, кстати. Тут шахта целая. Я нашла спавнер. Молодец. Скелетов нашла. Сейчас, давай ее тпшну к себе. Нет, не надо. Чтобы они тебя убили. Слушай, они меня сейчас, походу, убьют. Вот. Я переживаю. Хотя, если... Ну, я умерла, окей. Ну, ты со второго, с третьего раза начнешь. Ты там осветить не забыла? Нет. Ты что ей подсказываю? Пусть умирает потихонечку. Спавнер, спасибо. Она нашла. Спавнюшка. Спавнер. Хрюшка еще скажи. Хрюшка. Хрюшка, спавнюшка. А я грибы только нашел, самые ценные. Молодец. Так. Даже если меня убьют, мне не страшно. Так. Потому что ты... Кто я? Застрахованно. Кто ты? Спасибо. Вообще, кто я? Скелеты! Скелет в кольчужной броне! Он стреляет меня опасными ядовитыми стрелами. Угу. Но я его подожду вот здесь и буду убивать. Угу. Его хрен убьешь! Такой прочный. Мутанты. Два крипера, так. Скелет, они с зачарованным луком. Ух ты, хорошо, как взрывается. Хорошо, что крипер взорвался, он убил всех скелетов. А! Маленький зомби! Маленький зомби! Пошел вон, скотина! У меня жизни мало. Маленький зомби. Пиздюк. Так, теперь нужно самое главное быстренько разрушить этот спавнер. Я думал, ты... Блин, заспавнился уже. Дима уже хоромы строит, он офигел. Смотри, работяга. А ты как думаешь? Я думаю, плохо. Плохо, что... Блин, тогда бы... Побыстрее бы этот дождик закончился, он заколебал уже. Побыстрее бы утро было. Вот, что тут развякались. Я сначала ресурсы добуду, потом буду строить. Я тоже, кстати. А Дима молодец. Вау, я сначала ресурсы буду... Зомби вышел из моей шахты.
Нифига себе, тут еще лава есть. Катина. Давай сожгем да. Настин дом. Не, у меня нету дома пока что, слышь. Тогда нечего и беспокоиться. А то запереживала тут. Мой домик сожгут, бла-бла-бла. Да, сожгу в любом случае. Такс. Теперь посмотрим, что в сундучках. В сундучках 4 железа, 2 пластинки, которые мне не нужны, и 4 нитки. Тут даже 2 сундука, я скажу. Золотые яблоки, седло, еще одно ведро, бирка и 4 нитки. Я, кстати, еще шахту огромную нашла. Дорогие подписчики, никому ничего не говорите. Ага, все, я все поняла. Я тебя поняла, чувак. Он нас не видит. Чего там не видит? Я все прекрасно слышу. А, крипер, блин, иди отсюда. О, коробка. Еда. Еда. Мне кто уже еда? Ну, вообще хоромы, хоромы строят. Давай. Со мной крипер плывет. Чё ты там пиликаешь, ты вообще ничего не строишь. Мы сначала ресурсы добываем. Да мне флаг в руки. Тебе? У него флаг в руки. Флаг и руки. Не то, что мои рукожопы. Ой, так. Я не могу придумать, какой классный дом мне построить. Это что у него за коробка с дырками? Да нет, милая да. Куколка, это окна будет здесь. Я поняла. Почему не белая? Тупая. А почему ты тупая? Настя сказала, что она тупая. Приколитесь. Я сказала, я не тупая. Да ладно, не вру. У тебя микрофон какой-то непонятный. Я не верю. Ты врешь. Да. Ты сама придумала это. 11 стрел. Теперь бойтесь меня, смертные. У меня теперь железные инструменты. А, сейчас у меня их куча будет, потому что у меня дофига угля. Ай, угля, железо. Ну давай, и давай, угольком. Да. Бодрячком, бодрячком еще скажи. Рэпер Сява. Музяка. Не умничай, мальчик. Мальчик. Мальчик с пальчик. Их понял, мальчик. Ему больше 40 лет. Ну вот и. А слушайся теперь... старших, детка. А у меня теперь модная шляпа. Крутой чувак, йоу. Да, крутой. Писк. Спору нет. Так, что мне еще в шахту? А, мне нужно выкинуть вот хлам. Я, кстати, там пещеру огромную нашла. Зачем я сказала? Да я тоже нашел. Надо еще глину пообжигать, поставить. Пригодится, наверное. Верно. Настюшка, шприц. Настюшка, пушка. Да? Прям гранатомет. Смешно. Пошутил так, как пернул воду. Какие мы плохие слова знаем. Настюшка, ты чё? А? Чё, чё? 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 Какой мне домик построить? Маленький или большой? Так, чтобы Дима сказал, вот это дом крутой, у меня-то всего лишь шалаш. Ну он так не скажет никогда, даже если ты лучше построишь. Я знаю. Ему в принципе все равно какой ты построишь, главное, что его будет лучше, да, Дим? Ну конечно. Ну прыгай. Так, ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим первую серию. Да, в следующей серии так, мы будем строить домики. Да, я сейчас выбираюсь наружу. Ну, как не наружу, а просто так выбираюсь. Ну, в любом случае, чтобы начать следующую серию, нужно вместе собраться. Так что давайте на мой остров. Дима, давай иду на мой остров. Уже иду. Так, это не ты, у тебя... Иди сюда. Ты что, притворился корой там?
Здрасте. А, вон он выпал. За ним крипер еще бежит. Криперняшка. Так, дорогие друзья, вот и закончилась первая серия. По итогам первой серии у меня, конечно, самый убогий остров. У Димы лучше всех пока что. Ну, у Насти на втором месте, скажем так. Она только начала арку строить. Да я вообще ничего еще не построил. Ладно, всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Турбоёжик, Настя и Дима. Йоу, всем пока!